сначала, знаете, пальцами в глаза не бьем. Слушаем мою команду. Разошлись. Первый раунд. Бой! Два, Корней, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, нокаут. Залетели на новый промоушен Кириллу Саровичу. Будем делать здесь шоу. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нокаут. Второй тоже. Началось месиво. Тут я чуть задышал, опустил ручки, и тут мне прилетело. रसिया में एक मैच के दौरान एक ईरानी फाइटर अली हेवाती ने एक रिंग गर्ल पर लात मारी क्योंकि वो उसके पहनावे से नाराज था। लड़ाई के 30 सेकंड के भीतर ही उसे बाहर कर दिया गया और लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जब आप महिलाओं को पीटते हैं तो रूसियों को ये पसंद नहीं आता। इस खिलाड़ी को लाइफ टाइम के लिए बैन भी कर दिया गया। Давай!
клетку. Да, вы посмотрите, там, и господа, что происходит, форменный беспредел, и здесь Владимир Минеев и Магомед Исмаилов решили сразу же перейти к реваншу. Но так не делается, нужно официально объявить дату боя и помериться силами, как положено, без посторонних лиц. Да, повздорили немного. И вот такие вещи, конечно же, не красят смешанные единоборства, к сожалению. Давай, помогай!